Ляля и ее сапоги. Купили Ляле сапожки. Да. Только разрешит одеть их нам Ляля или нет, вот это вопрос. Сейчас она их осмотрит, проверит качество. Давай покажем поближе. Вот такая подошва. Да. Ну, теперь нам снег не страшен с тобой. Да? Да. Ты будешь вообще у нас одета, обута. От всех морозов тебя защитим. Нет, Лилёк, Лилёчек, дорогая, это не рвать. Это не игрушка порвать, Лялечка. Нет, нет, нет. Это другое. Давай я тебе принесу твою игрушечку, а сапожки мы уберем и будем одевать с тобой наморднички. Потому что я чувствую, так мы не подступимся. Надо быстрее сохранить сапог. Побегу за игрушкой. Пошли. Пошагали быстренько, быстренько, быстренько шагаем, шагаем быстренько. У нас короткая прогулка. Мы не можем тебя морозить. Стараемся, чтобы ты не успевала замерзнуть. На улице морозится. На любимые твои местечки пришагали. Ой, стой. Повертушка. Повертушка, вот. Все замерзло, иней. Вон какой был за ночь. Все, зима наступает. Осталось еще снежку выпасть, хорошему такому, и встречать Новый год можно. Сегодня мы вышли вот в таком же белочке. Это уже у нас с прошлого года кофточка перешита. Ну, одеваем ее периодически, она такая светленькая, Ляля идет. Такая она с узорами, нарядненькая. Лечение наше подходит к концу, таблетки мы все принимали. Регулярно я сегодня видео показывала, каким образом мы эти таблетки употребляем. Ляля повеселела, у нее немножко отеки с глаз спали, так она выглядит более-менее, и настроение у нее хорошее, чему мы рады. Вот гуляем сегодня, пошли, и я вспоминаю, как мы ее повезли в ветеринарку, вот когда она последний раз не домогала. И надо же, я вот звоню, вызываю машину и называю адрес ветеринарный, а она уже начинает трястись. Хотя мы же ездим и на машине, бывает куда-то. И Ляля как-то реагирует просто. А здесь вот все равно они как-то чувствуют вот эти вот вибрации. И ее начало трясти, она тряслась до самой ветеринарной клиники. И там прямо мы бахилы одеваем, готовимся зайти в эту клинику. При входе, а Лялю колотит вообще, она вся тряслась, как, я не знаю, как лист осиновый. Ну, потом все, значит, процедуры мы все прошли, все обследовались, и обратно уже садимся в машину, Ляля уже такая спокойная, со знанием дела, значит, оглядела она шофера, водителя нашего, с ног до головы, все посмотрела на него внимательно, сверху вниз, снизу вверх, все осмотрелась в машине, и уже со спокойным видом наблюдала по сторонам, наблюдала за машинами, расслабилась, прилегла так на колени и уже так спокойно приехали, и все было нормально. Но меня поражает, как животные все-таки чувствуют все, и плохое, и хорошее. Я уже говорила раньше в роликах, когда я собиралась уезжать в отпуск, как она ночь ко мне ночью подходила два раза, ложилась то на плечо, то на руку, с одной стороны, с другой, хотя это редко, она обычно спит в другой комнате у девчонок, ну и со мной так редко, но вот здесь прямо подходила два раза за ночь, как она вот чувствовала, все это предчувствовала, я просто поражаюсь. То есть душа у животных — это вообще что-то поразительное, и просто диву даешься, как они все воспринимают и чувствуют, действительно полноценный член семьи. И просто так с ними уже даже язык не поворачивается, что просто сидеть, стоять, вот так вот команды давать туда-сюда, уже относишься к ней с большим уважением. Гуляем по нашим любимым местечкам. Ну, Лялю приучили, так как всегда ей лакомство какое-нибудь собачье надо подать. И вот она все заглядывает, хвостиком помахивает на свою хозяюшку, которая ее к этому приучила. А здесь мы с ней решили пробежаться немного.
у нас, как всегда, идут. Вот только плитку положили, но тут же ее раскопали. Водоканал что-то там делает опять. Ну, а мы только посматриваем. Зима наступает, что-то меняют опять. Тут же ложат, тут же разбирают, тут же опять, наверное, заложат. Ну, в общем, работа кипит. Ну, слава богу, что-то хоть и делается. Все равно каждый уголочек где-то они делают, то дорогу, то тротуары. Все что-то пытаются исправить. Это тоже хорошо. Не так, что заброшено все, и стоит и там, как попало. А Ляля вот бегает, прыгает, кусочки смотрит свои. Ну, такая на хорошем настроении, повеселевшая. И нам, конечно, радостно на нее такую смотреть. Ну, а здесь наша прогулка уже подходит к концу почти. И мы решили подойти поздороваться к песику. Хозяйка его вычесывала, там стояла. И мы попросили разрешения у нее подойти к песику поздороваться. И вот Ляля к нему подходит. Они с ним поздоровались. Поздоровались, пошептались. И разошлись. Ну вот, довольны оба, спокойны. И пойдем сейчас дальше. А дальше уже будет там со звуком, как Ляля с кем-то лается, с кем-то здоровается, с кем-то нет. Ну, вот такая у нее немножко характер. Почему-то с большими собаками она задирается. Зачем, непонятно. Ляля, ты чё? Извините. Пошли. Они ее не обижают, они-то воспитанные. Это лает не наша Ляля, это собачка Ляля, еще рядом. Это уже Ляля наша подцепилась. Забирайся. Что ты как на меня? Ну зачем ты лезешь в большую собаку? Боже мой, это Ляля. Пошли. Это песик поддерживал ее. Ну Ляля тут не до него ей было, а ей большая собачка понравилась. Ну вот и все. Всем хорошего дня.